Всем привет! И сегодня у нас в кратком обзоре игра под названием Clown House. Или, наверное, клоунский дом. А может, дом с клоунами. Как нам тут пишут в описании, небольшой домик с тремя клоунами и поиск ключа в нем. Ключ нам понадобится, чтобы выбраться из дома. Пока хозяин дома не сделал из нас циркового кролика. А вернее, нашинковал циркового кролика. Ну что, тут походу язык. Кредиты, опция. Так. Такой устрашающий, конечно. Ну что, давайте посмотрим, какой там геймплей. Так, все опять на английском языке. Загрузочка. Наш один. Так, у нас тут есть нож, походу. Бро, ты там что-то там делаешь? Там сидит шахматы. Ну такая страшноватая тема. Еще один. Че они все с ножами? Короче, что-то я не то сделал, не надо было стрелять. А, у меня есть ствол. Так. Эй, бро. Клоуны, конечно, недобрые. Боже, ух ты, скотина, он подошел сзади и завалил. Мурло. Вот это там. Да, что-то я аж испугался, конечно, когда он сзади подошел. Вроде все нормально. Вот ключ. Эй, бро. В общем, когда он атакует, надо его завалить. Так, ладно, сейчас я. Музыка, конечно. Что-то хотел сказать, нет? Хотел напасть сзади на меня. Этот что-то тут сидит. Не знаю, пристрелить его или нет, или он еще не готов умереть. Завалил я его.
Ну что, вот такая вот игрушечка у нас. Я не знаю, такие страшилки не особо люблю. Ну, попробуйте в нее сами поиграть и найти ключ, как говорится в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.